Итак, ребят, здравствуйте, да, всем здравствуйте. Здравствуй, хомячок. Ты я знаю, ты вот я все знаю, я все вижу, я вот. Ты вот думаешь, да, что откуда ты знаешь, что я хомячок? Может, я кролик? Нет, ты хомячок. Знаешь почему? Потому что, во-первых, ты на нашем канале, а во-вторых. Во-вторых, все, блядь. Нет, а во-вторых, я вижу, как ты засечку закладываешь еду. Да-да. И ночью я тоже все вижу, да. Как ты подходишь к холодильничку, да, коп открываешь. Такой, я бутербродик сделал. И потом хуяк, и тарелка уже все. А уже все. Тарелка вся полная, все. И все. И ты вот так садишься, да, вот так вот под пледик. Опа. И смотришь данное видео. Приятного просмотра тебе, да. И всем, кто будет смотреть, да, там, покушать накладывайте, там, попить тоже, чай, кофе, что вы любите. Пледик обязательно, это, блядь, традиция у нас такая, не надо. Пледик обязательно, это 100%. 100%. Вот. Что? Кто я? Вот, и усаживайтесь поудобнее, принимайте там позу, которая вам удобна. То есть стоя, сидя, лежа, как вы хотите, как угодно вообще. Вот. Приятного вам просмотра, да, приятного вам просмотра. А мы начинаем. Так, чё? 2007 год. Что притащил? Бля, сталкер. Здорово, а. Рад тебя видеть. Давайте погромче. Ну чё, давай о деле поговорим. Здорово, меченый. Что притащил? Моя красавца. О, Сидорович, здорово. Здорово, меченый. Ты что, опять банки свои консервные принес? Нахуй не нужны. Бля, нормально. Прикольно. Надо будет как... Надо будет как сталкер, да, пройти, ребят? Надо будет. Тише сделаем мы с вами, да? Кстати, засмеялся, подписался, да. Лучший прикол 2021, хотя уже 2022, всех с Новым годом, да. Тест на психику, угар. Номер, что, или решетка 472, да. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Teddy cojudo. No, la cierro. Está huevón. Аккуратней. Блять. Нормально. Прикольный. Да, просел. Вот и не надо, значит, нам. Осуждаем, блядь. И вот просел, и ладно, блядь. Ничего, встанет, блядь, с колен. Где-то я такой уже слышал. Ладно, не будем об этом. Осуждаем. Супермен летит по городу. Над домами, над крышами там. И видит, на одной из крыш лежит женщина-кошка. И очень странно, она лежит на спине и ноги раздвинуты. Он думает, ага, надо этим моментом воспользоваться и отыметь ее. Я же Супермен, я могу это сделать за доли секунды, она даже ничего не поймет. Ну, так и сделал. Подлетел быстренько и улетел. Женщина-кошка лежит такая, говорит, что это было? Не знаю, сказал человек-невидимка. Очень жопа болит. Нормально, хорош. Да ебаный в рот, блядь. Осуждаем, блядь. Все, блядь, ясно. Бля, даже я испугался, что это было, блядь. Блядь, хорош. Отключаем. Кто вам разрешение дал? Кто нам разрешение дал? Интересный вопрос. Не вывез. Не вывез. Блядь, тоже вспомнил историю, блядь. Дальше досмотрим. Да, блядь.
Вспомнил историю про охранника, блин. Жаль, что он не на стриме, да? Жаль, что он не на стриме сейчас, да. Потому что, ну, увы. Можно отвечать, кстати, и будем стримить такие вот подобные, да? Стримы, что, блядь? Будем стримить такие подобные стримы, что? Короче, будем стримить подобный контент, почему нет? Почему нет? Вот. Если YouTube мне не даст разрешения, да, пока что у меня его нету, почему-то, блядь, я хуй его знает. Но посмотрим. Может, на YouTube будем фигачить, почему не такие фановые довольно-таки стримы. Но пока что это все делается в записи, да, поэтому извините. Но ваши комментарии я всегда читаю. Что хотел сказать-то, блядь? Вот и ясно. Вот пара-пара-пам. Нет, короче, вспомнил историю про охранника один раз. Один раз, короче, ну, очень такая короткая, быстро расскажу. Короче, один раз там на Бумиксе катался. Ну, вы знаете, да, что это такие маленькие лесопедики, блин. Лесопедики что? Осуждаю, если что. Я имел в виду велосипед. Блядь. Короче, маленькие такие велосипеды для трюков специальных. И я как-то раз там со знакомым катались мы что-то. На велике что-то делали, какие-то трюки. И охранник подходит и говорит, типа... Вы, ну, можете реально отъехать, потому что, ну, тут дорога и тому подобное. Типа, ну, ну, там не дорога, там парковка, знаешь, там вот такая вот парковка, да? И там эти есть, как это называется? Конечно, такие железные трубы, блядь, такие железные трубы проложены между рядами, чтобы, ну, машина не въехала в другую. И мы такие, ну, да, да, хорошо, сейчас дайте минут пять. Мы еще попрыгали, короче, отъехали. Вот. Что-то разошлись, потом, ну, на следующий день с другом, ну, с другом. И потом, ну, мы разъехали, что-то все по домам, типа, на следующий день, типа, или через день, не помню. Вот, я с ним увиделся, опять мы поехали кататься, у меня рассказывает история, что он туда, ну, вернулся покататься там с другими людьми, приезжает, короче, и, ну, катается также, да, машин вообще ноль, типа, вообще, ну, никто не заезжает, там максимум 2-3 машины, и то они стоят, ну, стоят в другом месте. Вот, подходит другой охранник уже, не тот, который нас попросил, а другой охранник, и говорит, типа, бля, сейчас если нахуй не уедете, я вам колеса нахуй проткну. Такой, класс, класс, да. Вот, да. Ну, они, естественно, уехали, и все. И больше туда не возвращались. Вот, 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 вот. А с гусем, блядь, да, я помню, блядь, я помню, нахуй, в деревне. Да, выходишь, блядь, и там, да, и все. И пара-пара-пам. Здравствуйте, блядь, без яичек. Что? Кого? Осуждаем. Бля. Что-то давно меня не было, да, блядь, на YouTube, вообще в целом в интернете. Я так понимаю. Книжка. Бля. Осуждаем, блядь, да. Ты чё, блядь? О, спасибо. Ты чё, сука? Это что, блядь? Чё, дурак, что ли? Блядь. Мать, ты чего? Каву? Ладно. О, вот она оно. Да. Зато надежно. Зато надежно. Бля, он живой, оказывается. Блять, что? Сереженька, он. Решил сравнить свой вес до того, как посрал, и после. Ладно, шучу, это не Сереженька, это, ну, да, ну что, ну и бывает, да, ну вот один раз, ну один раз что, ну один раз, как говорится, да, не, да, ничего страшного, как говорится. Один раз можно, знаете, так что не надо тут, не надо. Это никак не связано с моим ником, ничего, не с каналом, да, наверное. Ну, короче, ладно, один раз можно. Давай ты там не будешь, да, хорошо? Да. Решил сравнить свой вес до того, как посрал, и после. Так. В общем, 62-35. Угу. Ну, теперь после. Угу.
Ничего не изменилось почему-то. Блять, фу, осуждаю. Что, блядь? Это чисто тот кореш, который набухался в щи и делает вид, что он не набуханный, блядь, чисто, блядь. И ты ему наливаешь еще одну стопку, чисто так уже, знаешь, на пасашок. Блять. Семь, посеваем, с Новым годом. Пизда вам, блять. Да, вот она, ну да. А потом ты приходишь к ним и херачишь так же, а то и больше. С Новым годом всех. Скажите, блядь. Кто свою маму уважает? Все? Все уважают. Блять. Помянем, блядь. Ой, что? Чего? Что-то камера залагала, чуть-чуть, знаете. Подлагивает, вам показалось. Что? Продолжаем смотреть видео. Он что-то жарит. Ну, есть такое. Понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Понимаешь? Да, это тупо этот Шкила, когда расстался с девушкой, которую любил день. Вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, понимаешь? Бывает. Ух, вот она. Scheiße, immer dasselbe Auto, ey. Блять, нормально. Индийское кино самое лучшее. Вставили, поебались с матерью. На, осуждаем, дурачка, блядь. Нормально. Что за херня? Да, вот он. Сережа, блядь, на рыбалке, ясно, блядь. Вот он. Блять, я бы тоже обосрался, блять, на месте кота. Когда отдашь? Бля, это же да, есть такое. Чего? Ты, блядь, можешь сказать, что, блядь? Блядь. МД. Я Д. Сколько лет? Мне 18, тебе. Ты лесбия? Только не злись. Да, хочешь стать моей подружкой? Нет, ты слишком маленькая, чтоб я с тобой дружила, что-то еще больше. А, кстати, у меня член. Спасибо, что подметил. У меня тоже. Я согласен дружить. Победила дружба. Я, блядь, не понял. Блядь, вы можете писать мне в комментариях напишите, пожалуйста, ребят, сколько я, блядь, отсутствовал в интернете в целом? Что это, блядь, вообще? Пиздец. А потом говорят, а почему, блядь? Да. Ладно. Почему так много холостых парней, блядь? Или так много, блядь, разведёнок? Что? Что, ты больше не уходишь?
будешь ли больше, я говорю? Ложись. А то все вы, блядь, пиздатые. Лежи нахуй, как, блядь, паштет. Прикольно. Союз смеха. Спасибо за такие видеоролики. Продолжайте делать. Если что, ссылочка в описании на Союз смеха. И, в принципе, поддержите тоже ребят или человека, я не знаю, там команда или нет. Я думаю, что да. Вот. В любом случае, прикольно делайте, прикольно. Лайкусик, если шо, от меня заехал. Подписочка тоже. И колокольчик. Тоже не забывайте вот на каналчик, да, вот на наш каналчик ставить лайкусик, да, вот подписочка, колокольчик. Три, вот, блять, ладно, пять, три секунды займет, три. Три нажать и три секунды, все. И все. И ты знаешь о всех роликах моих, о своих смеха роликах, да? Ты можешь и посмеяться, и почилить. Почему бы нет? Вот, в принципе, было смешно, но, блядь, где, да, да, я, видимо, давно реально не был в интернете, реально, я не знаю, может, я, блядь, 5 лет отсутствовал, блядь, в интернете, ебать, я хуй знает. Но, в любом случае, спасибо за просмотр тебе, да, там, тоже вот, да, лайкусик, да, подписочка, все это хорошо, сделай красиво, да, вот, сделай красиво, а то, блядь, будешь вот креветкой на столе, и все, а вот все, а надо было раньше. Поэтому, хомячок, давай ты там подписывайся, да, вот это все делай. Не устану это говорить, потому что, ну, для меня это как мотивация, а для вас это сделать там 3 секунды, в принципе. Как-то так. Как-то так. Да, все. Увидимся в следующем видео. Или... Да, все.